периодически обладаем технологией безопасной жизни и бизнеса, зачастую не 15 человек. Светообразование, биология, иностранный язык, зачастую не 8. Светообразование, информатика, зачастую 16. Бизнес-информатика, управление образовательными организациями с применением информационных систем, зачастую 8. Уважаемые первокурсники, теперь уже наши первокурсники, добро пожаловать в Московский городской педагогический университет. Я поздравляю вас с поступлением в один из самых лучших университетов не только Москвы, но, может быть, и Европы, а там, как знать, может быть, и мира. Со времен Эразма Роттердамского и первых университетов студент – это первое ученое звание. Я призываю вас всех заняться наукой, получив это ученое звание, и желаю вам успехов в науке, в учебе, в вашей будущей плодотворной научной работе. Вы поступили и стали частью большой дружной семьи, которая называется Московский городской педагогический университет. Самое интересное, что мы вас ждем. С радостью. Мы очень рады, что вы преодолели все вступительные испытания. Желаю всем поступившим в этом году не разочароваться в сделанном выборе. Пройти тернистый путь по Галавра с достоинством и в итоге стать профессионалами своего дела. Дорогие первокурсники, поздравляю вас с этим замечательным днем, днем поступления в Московский городской педагогический университет. Поздравляю ваших родителей, это было очень тревожное событие, они так переживали за вас. Поздравляю вас с поступлением в университет, желаю вам прожить насыщенную, полную, интересную жизнь в университете и отличных оценок на экзаменах. Я желаю поступившим первокурсникам успешно учиться с лозунгом «Без паники и пессимизма». Дорогие первокурсники, поздравляю вас с поступлением в Московский городской педагогический университет и желаю вам, чтобы ровно через 4 года все вместе, все не потеряв ни одного человека, вы встретились на вручении дипломов. Я желаю, чтобы в течение этих 4 лет, которые вы проведете в стенах нашего университета, у вас были только отличные оценки, хорошее настроение. Я желаю вам прожить замечательную, веселую, интересную, познавательную студенческую жизнь и выйти настоящими профессионалами своего дела. Удачи вам! Не расслабляйтесь! Впереди сессия, сессия, сессия. Но самое главное, чтобы эти годы остались у вас самыми лучшими, самыми творческими.
Лучшие друзья – это те, которых вы приобретете здесь. Удачи вам, дерзайте, учитесь. Спасибо, что вы остановили свой выбор на нашем вузе. Прежде всего, я бы хотел поздравить всех поступивших к нам в университет и пожелать, главное, это упорство в обучении. Мне кажется, что вот именно такая настроенность на упорное обучение, на задавание вопросов, на пытливость, на проявление интереса к учебе, мне кажется, это самое главное. Но помимо этого, мне бы хотелось еще пожелать приятных неожиданностей. Неожиданности всегда случаются, будут случаться. Я бы хотел пожелать, чтобы эти неожиданности были приятными, интересными и вот так радовали. Потому что это тоже признак удачи, а удача нам всем точно понадобится.